Владик очень славный мальчик. Новых людей не боится совершенно. Бежит знакомиться. Ему срочно надо все показать и рассказать. Обаятельный, улыбчивый, открытый и доверчивый. Владюша самостоятельный. Сам аккуратно кушает, одевается и раздевается. Знает, для чего нужен горшок. Активный, любит играть с другими детками в догонялки, прятки. Любит играть с машинками и самолетами. Владик поступил к нам недавно. Ему 4 годика. Он очень жизнерадостный, ласковый и подвижный мальчик. Развитие его соответствует возрасту. Он легко узнает цвета, различает предметы, форму предметов, ориентируется в пространстве, узнает на картинках диких и домашних животных. У Владика хорошо развита речь. Он внимательно и с удовольствием слушает сказки, любит стихи, очень хорошо их рассказывает. Ни один утренник не обходится без его участия. Он с огромным удовольствием поет и танцует. У Владислава есть младший брат. Он пока находится в доме ребенка. Но Владюша помнит о нем и очень скучает. Нам бы очень хотелось, чтобы у них появились любящие родители, добрые и ласковые мама и папа. По вопросам устройства мальчика в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306 906.